красава, понимание, Миша тоже выжил слухи. О, ничего себе! Это сыграл просто на удачу. Hola, amigos, на связи Матвей. Да, сегодня я для вас подготовил одно очень интересное игровое видео. Так сложилось, что на своем канале я редко показываю свой скилл в Fortnite, и сегодня я это исправлю. На своем Discord-сервере я нашел одного киберспортсмена, который играет в Fortnite на компьютере, и решил его как мобильный игрок позвать поиграть один на один. Ну, типа противостояние профессионального ПК-игрока и мобильного, вы знаете. Поначалу я думал, что получится как-то не очень, зачем записывать, ради эксперимента решил начать, и по итогу у меня собралось очень много интересного материала. Те вещи, которые я вытворяю в этом видео, я еще никогда в Fortnite прежде не вытворял. Уверен, это видео понравится абсолютно всем игрокам на любых платформах. Так что на ближайшие 10 минут вы можете забыть про все свои проблемы и наслаждаться красивой игрой в мобильный Fortnite. Короче, это типа хайлайта, но только лучше. Ну а перед тем, как мы начнем, если вы впервые на моем канале, если вы так же, как я, играете в Fortnite на телефоне, даже если вы играете в Fortnite на любой другой платформе, обязательно оформите подписку. Тут вы найдете единственный и самый лучший контент по Fortnite Mobile во всем СНГ. Ну а также не стоит забывать, что наилучшая поддержка меня – это мой тег автора мотивкар в вашем ежедневном магазине Fortnite. Смело водите и покупайте исключительно с ним. Также вы можете делать скрины ваших покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом нашей группы канала ВК. Ссылку на него вы найдете в описании. Ну а если у вас нет ВКонтакте, вы также можете добавлять скрины ваших покупок с моим тегом в специальный канал в нашем Discord сервере. Ссылку на него вы тоже найдете в описании. Таким образом, вы сможете попасть в ролик, как и следующие ребята в конце видео. Ну а также не стоит забывать, что теперь я читаю имена трех пользователей, которые первые оставили комментарии под последним видео. На этот раз огромное спасибо Муншайку, Кефиру и VladBroGamer'у. Очень рад, что вы смотрите мои видео первыми. Надеюсь, вы меня поняли, ну а теперь предлагаю посмотреть, как я играл один на один билдфайт против киберспортсмена на компьютере, при этом сам играя на обычном андроиде. Как вы видите, перед нами один из представителей киберспорта Fortnite, конкретно на ПК-платформе. Представься. Всем привет, дорогие друзья. Какой у тебя ирнинг? У меня ирнинг $450. $450, солидно, больше. Солидно. Это, слушай, сколько ПТС на арене? Ну, вообще, у меня Лига Чемпионов. Ну, а в цифрах сколько? 8,5. Ни хрена. Ну, ничего, короче, сейчас поиграем один на один, так сказать. Лучший представитель ПК-платформы против лучшего, в кавычках, представителей мобильной платформы. У меня есть очень сочная карта. Сейчас я его подрублю. Так, все, я запускаю. Я вроде бы уже сегодня размялся. Ты, я, насколько знаю, тоже. Так что начнем сразу с мяса. Так, ну что, готов? Да. Погнали. А, сразу же зафейлился, не понял. Неплохо, я неплохо достаточно начал. Ё-моё, блядь, я тебя потерял! Я тоже потерял. Ну ладно, ладно, это было близко. Ну что ж, неплохо, неплохо. Давай еще пару раундов на тактиках. Я видел, у тебя скилл намного увеличился в 6 пальцев. Ну да, да, вот, ну блин, я последнее время подзабил немного на игру. Вот сейчас стараюсь импровиться, играть почаще в творку и так далее. А у меня, знаешь, у меня как назло в арене вообще типа не баговало. А в файтах один на один начинается, знаешь, типа. Ну, урон не прошелся, хотя ты попал. Прикольно. ГГ, так сказать. О май гад! Вот это пиз... Я не знаю, как это называется, но это было круто, боже. Офигеть, начинается беспорядочное строительство. Блин. Ну это ты прям чисто сыграл. Знаешь, я, так сказать, прочувствовал сферу телефонников, когда начал играть в дуэль с телефонником. Бля, понимаю. Я прям уже чувствую, когда у вас лагает, так сказать, почти. Не, у меня, в принципе, вот по отношению к лагам все достаточно нормально. Нет, ты мне не дал выбраться, ну ладно. Создать Вася Флексер, ё-моё. Офигеть, ты меня оставляешь?
ты меня гоняешь просто повсюду. Я уже начал теряться, что я хотел теперь сказать 90. Есть такое, немного. Там еще с фулл хп. У тебя получился. Не знаю, хотел ли ты его сделать, но у тебя получилось. Я 150 хп, да? Мне. Спам, спам, блин. Ты белый остался. Ладно. Чё. Чё, погнали. Ого. О май гаш. Ты думал, ну, ты неплохо сейчас сыграл, так сказать. Не дал урон, я даже не увидел. О, забоксил меня почти. Блин, блин, черт! Нет, Санса, Санса, подожди, стой. Что за жена? А ты какой? Блин, да нет, это все испортило, у меня немного подлагивает Санса на телефоне. Ладно, не суть. Давай берем чарджи, чайники, называйте как угодно. И сейчас мы увидим вот прям настоящую игру, потому что обычно на чайниках получается очень красивая игра. По своему опыту знаю. Времени вы можете юзать агафтером этих карт. Да, согласен. Это какой-то киберспорт на канале, которого не было, ну, очень давно. Ты чё, ты попался на мою лесенку, да? Давай, взлетай, я тебя жду. Да я сразу понял, что ты сейчас вниз ко мне полезешь, стенку ломать. И просёк, что к чему. Красава, красава, понимаю, я вижу, тоже выжил свой хер. О, ничего себе! Это сыграл просто на удачу, без рофла. Красава, чисто красава. Удача. Всё, погнали. Что, мышка залагала? Да. Я тебя понял, у меня тоже чуть-чуть сенсор. Ай, блин, мышка. Бляться меня заставляет, блин, вообще. Упал? Этот прием назывался тактическое наступление. Я советую. У меня тактическое наступление. Не урыл, а закопал, так сказать. Шуточки вот мы в кар пошли. Что за киберспорт лютый? Почему у меня чёрт в такой момент не был перезарядный? Привет. Оу. Нет, ну игра была очень красива с точки зрения техники, что ты, что я, мы просто там такие триплэдиты делали. Ну, у меня нет слов. Ладно, давай еще раз. Мне прям интересно стало. Интрига игры лучшего ПК-игрока и лучшего мобильного игрока. Ладно. Раз, два, три, погнали. Мало чего делаю, вот это мне прям... Я слежу, так сказать. Да. С маником реально мало всего делают. Извини, я случайно скинул. Недалеко упал? Нет, недалеко не. Что ты там делаешь подо мной? Неожиданно. Такой контент, ну тут просто такие здесь эдиты делаем, я не знаю, прям бери. Ну вообще, у меня почти все получается, но почему-то обычно у меня в топе 20, а у меня почему-то сейчас 50. О, уже 80. Блин, спасибо тебе, ты меня всегда упал? Не, недалеко вижу. Блять. Ну ладно. Давай еще одну игру. Подожди, посмотри на меня, и вот я сейчас мышку не держу. Смотри. Я сейчас мышку не держу.
Чел, ты. Ладно, давай, вставай. Ой, я вижу, ты мне дал небольшую фору. Поэтому я забираю хайграунд. Хотя нет, это не точно. Серьезно? У меня чар сам зарядился. Цена 100 рублей. Неспортно. Как я сейчас попал? Да блин, просто не успел тебя заспамить. Сколько у тебя хп осталось? 70. Ну, я так и понял. Готов? Да. Было очень Погнали. Кстати, это уже какой последний раунд у меня вопрос? Да я не знаю, блин, ну круто. Кстати, в плане игры довольно-таки логичная игра. Да, играем на IQ. Мы же все тут в детстве книжки читали. Да. Ставьте лайки, кто читал книжки. Тебе ставьте лайки, кто не читал книжки. Блин, на кирку взял. Не просто на кирку, а меня взяла добычица на звездный жезл. Вот это достижение. Боже, что я делаю? Ну, сейчас почаще использую. Да ё-моё! Блин, мне повезло. Я не знаю, каким образом я... О, боже, вот это, боже. Круто. Так, все, ты готов? Да. Идем. Достижение открыто. Я, главное, еще и тебя ему не показывал. Вот это было. Ладно. Я думаю, сейчас здесь всем все ясно, как бы. Сразу видно, что киберспортсмен со стажем. Конечно же, присутствует ирнинг. Да и я не промах. Короче, ставь лайк, если мотивкар бот. Если обыграешь его и если научился играть как он за 2 года, но только за три сезона. Ладно, в общем, спасибо тебе за игру, что принял участие. Это мы как бы еще играем просто в творку чистое, не учитывая знания игры, ротейт и так далее. Я думаю, так бы было бы намного лучше. Если наберется достаточно большое количество лайков, мы обязательно сыграем вместе дуэт какой-нибудь турнир. Может, выиграем какие-нибудь бабки. Огромное спасибо тебе за просмотр. Обязательно пиши в комментариях, делать ли мне еще подобные видео на свой канал. Также, если ты внимательно смотрел это видео, обязательно пиши в комментариях, какие ошибки ты заметил у меня в игре и как их можно исправить. Также, если ты досмотрел это видео до этого момента, уверен, оно тебе понравилось, так что обязательно поставь лайк, если ты этого почему-то еще до сих пор не сделал. Я к этому ролику приложил очень много усилий. Ну а по традиции, с вами как всегда был Матвей. Hasta luego.